Итак, всем привет! У моего парня Артура завтра день рождения, и мы по традиции делаем ему сюрприз. Прошлое видео в том году вам безумно сильно понравилось. Ссылочку можете найти внизу в описании, но сегодняшний день еще совпал с первым моим днем учебы. Мы теперь учимся во вторую смену, непонятно зачем и почему. И сейчас я поеду в универ и по дороге заеду еще в кондитерский магазин. Мне нужно кое-что купить, чтобы испечь Артуру кексы. Обо всем подробнее чуть позже. Я уже съездила, опаздываю буквально на 2 минутки. И все-все-все купила. Позже вам покажу, а сейчас на пару бежим. Хотела вам показать в универе, но не срослось, потому что я пошла на одну пару всего лишь. Это был семинар, и очень шумно, и дальше уехала домой. Покажу вам, что купила, и расскажу, что планирую делать. По этой коробке вы, собственно, можете понять, что я хочу сделать. Я хочу испечь капкейки сама. Я сначала подумала заказать, это было бы и дешевле, на самом деле, и проще для меня. Я подумала, в этом мало атмосферности, и что такие вещи ему могут заказать абсолютно рандомные люди. Мало кто ему что-то испечет своими ручками. Я планирую сделать... Артур увлекается баскетболом. Я планирую три сделать баскетбольными мячами, а тут просто какие-то нейтральные. Собственно, для этого у меня формочки для выпечки. Потом такая вот еще металлическая насадка. Пакеты для крема. Шоколадная крошка. И мне еще дали в подарок сахар. У меня там лежат красители, собственно, и все ингредиенты. Остальные у нас были дома. Так что сегодня вечером-ночью мы будем творить. Сейчас Артура нет дома. И мы можем немного покошеварить. А какой подарок я буду дарить основной, давайте я расскажу вам завтра, чтобы было интереснее. На часах без 20 час. И, пожалуй, мы начинаем. Я так и знала, что будет какой-то пиздец, потому что у меня нет миксера, и мне пришлось это все делать в блендере. Это часть крема, который должен быть уже кремообразной текстуры, а у меня как бы жиденько. Но зато вроде кекс норм. Сейчас будем импровизировать. Вы можете сказать, что я окончательно поехала кукухой, и это будет правда, потому что крем у меня не удался, это у меня больше похоже на глазурь, у меня есть шоколадная крошка, и я пинцетом выкладываю баскетбольный мяч. Артур, если ты это смотришь, только ради тебя я могу этим заниматься в 2 ночи. Покажу в итоге, что получится, когда я закончу. My streets getting me high.
В общем, расклад такой. Сейчас уже вечер 5 числа, вечер дня рождения Артура. Утром все прошло классно. Артур очень понравился. Мне потом еще написал сообщение, как классно. И сейчас мы едем праздновать его день рождения. Мы будем праздновать только вдвоем. И мы пойдем в испанский, по-моему, ресторан. Я уверена, всех интересует вопрос, что же я подарю Артуру. Мы уже третий год вместе на этот праздник, и я ему дарю кроссовки, конкретно уже выбранные мной лично. В этом году я так не сделала по причине того, что, возможно, он будет покупать телефон, и я оставила этот подарок в денежном эквиваленте, но мне кажется, я склоняюсь к тому, что мы все-таки поедем и на эти деньги купим ему хорошие кроссовки. Опять же, он занимается баскетболом. И надеюсь, ему понравится. Все, так что хочу снять небольшой влог, буквально маленькие отрывочки нашего празднования. И еще потом с вами в конце обязательно поговорю, подведу итог этого дня рождения. Котика сегодня день рождения. Мы пришли кушать миди, хамон. Мы будем первый раз в жизни пробовать хамон, я хотела. Очень сангри у нас, и будет паэлья. Все, нам принесли главное блюдо. Это у меня черная паэлья. Выглядит так, как будто я забыла, что у меня что-то готовится. У Артура микс. Ой, блин, как классненько. Ну чё лежишь? Носочки раскидал. И все, и счастливо лежит. Мы уже приехали домой. Такси создали великие люди. Ой, ты уже все полураздет. Вы посмотрите на него. Ты обрадовался новости, что у тебя будут новые кроссовочки? Чё-то это, недовольный какой-то. Я устал. Ой, вы посмотрите на этого лосяшку. Вот я думаю, заканчивать этот влог сейчас или все-таки показать, что мы купим Артуру? Показать? Показать? Показать. Ну ладно, тогда еще встретимся при покупке кроссовочек. Пока. Пришли покупать Артуру. Кроссы. Это вышли только сегодня. От счастья живут все. Ну они прямо сейчас очень хорошо сидят. Это же как бы один. Но нет, место впереди есть еще.